Кто там? Я нашла сумочку, которая принадлежит Грете Хайдек. О, спасибо вам. Где вы ее нашли? В метро. О, вы так добры. Не хотите чашечку кофе? У меня редко бывают гости. Дочь уехала, и я все одна. Я могу помочь. Моя мама говорила, что я как жвачка. Вечно прилипаю. А где свечи? В шкафчике. Что? Ну что, нашла? Она раскладывает сумочки по городу в надежде, что их принесут ей. И ты принесла. О, боже, это она. Пусть звонит. Я нашла сумки, Грета. Я не хочу вас больше видеть. Она пугает меня. И это не проблема? Ну, конечно. Это общественное место. Она ничего не нарушает. Зачем вы это делаете? Как увлекательно. Здравствуйте, я Фрэнсис, ваша официантка. Нет, я так не могу. Вы как ребенок. Нет, это ты ребенок, и тебе нужна мать. Не смейте говорить о моей маме. Она умерла, чтобы мы встретились. Вы сошли с ума. Смотрите, она страдает. Ее нет, Фрэнсис. Каждому нужен друг. Но мы больше, чем друзья. Мы связаны с тобой. Ты должна знать кое-что о Грете. Что? Вы ненормальные? Что вы сделали? Попробуй избавиться от Грета. В объятиях лжи с 21 марта.